Друзья, всем привет-привет! Посмотрите, какая погода. Слышите? Гром гребит. Ну, я обожаю такую погоду. Мелкие тренируются, слышим звук клюшки. И я, кстати, совсем коротенький ролик хотел вам снять. Пришло сегодня очень интересно мне из Германии. Посылочка. Да, это у нас, смотрите, это, кстати, девочка одна, она мне заказала, надо отвезти. Это Севилья. Псевдоскаты. Ух, как гремит. Севилья псевдоскаты. Любители есть у меня. А, это одной девочке надо барбусов отдать. Это корм сухой в таблеточках. Это еще один. А, как пахнет. Это спирулина таблеточки. Тут у нас неончики. Совсем небольшое количество. И вот что самое интересное, да? Это я взял улиточки. Это у нас неретина. Есть леопардовые, а есть полосатые. Вот это леопардовые, видите? Леопардики. Я себе 200 штучек взял, а есть зебры. Если правильно говорить, то это у нас зеброчки. Вот. Вот еще. А, вот это. А это улитки, это тело Мелания называется. Black дьявол, черный дьявол и белый дьявол. То есть два вида разных я взял. А это у нас тоже, видите, зебра, неретина. Я довольно много взял, пускай будет. И я привез от товарища, у него было много. Это сомики. Это золотые коридоросы. Маленькие, аккуратненькие, добрые, ласковые и нежные. Видите, то есть им уже никакой карантин не нужен, потому что это у друга поменял. То есть ему там 300 штук у него молодых было, ему некуда было деть. Я ему корм не вот такой, да, давал, а хлопья. Так что сейчас отвезем Севилья, отвезем барбусов. Ну, это девушка просила отвезти. И улиточки в наш аквариум. Если, ребят, кому нужны улитки, зебра, неретина, леопардовое тело Мелания. Вы знаете, куда писать. Или звоните 2977-3902. С удовольствием привезу, поменяю. Как вам легче и как вам лучше. Все, ребят, всем пока, что вы смотрите. Благодарность. Всем пока.